Ну что ж, снова всем привет, дорогие подписчики, зрители канала. С вами снова Карбончик. Продолжаем играть в ту же самую игру, мод фотограф. Спускаемся вниз, слышим внизу выстрелы. Будем готовы ко всему. Так, здесь у нас... Здесь у нас ничего как раз. Стоп, а это что за локация там будет? Скорее всего, я как раз попаду... А, так как... Или я могу допрыгнуть? Сейчас посмотрю. Просто я не понял, что это за локация там будет. Скорее всего, это та, из которой я пришел. Да-да-да, потому что тут нет отправления. Но надо стоит проверить. Кстати, у меня как костюм-то. Ужасно, но главное, что я потом смогу выпить таблетку. Так. Сохранимся и проверим, что это у нас тут за отправление. Ну да, это как бы лаборатория X10, там отправление, так что нам здесь не нужно же ничего. Еще немножко прошаримся здесь, так прям в легкую, просто осмотрим, что здесь есть. Но, судя по всему, нам явно сюда не надо, потому что здесь, по сути-то, ничего и нету. Все, уходим отсюда, идем дальше вниз. Ну и думаю, вот отсюда начнется основная жопа. Ёбаный рот. Ладно, нахрен ерундой заниматься. Серьезно, ж ерундой занимаюсь. Так, ну теперь давайте... О, уже зеленая пошла хрень. Говорит о том, что мы, ну, заражаемся сильнее, так как наш костюм-то не починился ни хрена. Так, наверное, вот здесь я и должен найти какую-то записку. Снорк вальнули. И даже не одного, а троих в ряд. Так, у меня появился значок того, что химическое заражение. Это, конечно, блин, что-то надо лишнее скинуть. Наверное, опять я патроны схватил. Ну да. Так, сейчас надо посмотрим в перечень заданий. Так, и вот, итак. Так, вот начинается фраза. В последнем зале будет дверь, ведущая в лабораторию комплекса X10. В одном из коридоров скодирована дверь. Код для двери, как раз сказал Браун. То есть у нас нужно спуститься вниз, там найти дверь с кодовым замком. И это будет вход в самую маленькую лабораторию, где работает профессор Плэм. Чтобы узнать код двери, нужно попытаться потаскать труп ученого и забрать его вещи препарировщик. После того, как будет пройден весь маршрут и будет раскодирован дверь, нужно вернуться к полковнику Брауну. Ну что ж, ну, в общем-то, нам не так много осталось. Основное мы уже сделали. Расплывчатость, конечно, будет бесить нас конкретно. Просто сейчас нет смысла юзать ничего. Ни медицинские аптечки, ничего нет смысла юзать по той простой причине, что... что костюм все равно сломан, и мы ничего не справим, мы все равно опять будем больны. То есть заново заболеем, и нахрен тогда тратиться на все это дело. Так. Вот здесь должен быть труп ученого. Блядский случай, блядский случай. Ну я так вообще-то предполагаю, что он там должен быть. По идее, может, и не там, ни хрена. Так. Блять, вот это вот не надо было делать. Так, ладно. Куда мы? Ага. Значит, нам надо сюда, 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 вроде. Да. Вспомню, здесь был особенный какой-то дробаш, цена которого
Да уж, повышенная надежность. Да погоди ты. Да ну его. Когда есть вот это на огромне, то... Так, ладно, тут трупов ученых нету, да? Опять сохранимся, пойдем поближе, так. Быстрее, 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 проходи, проходи. Так. Странно, но его тут нет. Блять. Ненавижу это место. Специально это сохранил. Эти аномалии ужасно портят костюм, если честно. Очень сильно портят костюм. Глядите-ка, на какую сторону там? Ну, сюда, что ли? Да, вот сюда. Или мы отсюда пришли? Хуй знает. Но труп мы ученого должны найти обязательно. Металлическая дверь, которая как раз таки туда и ведет. Ее бы еще отыскать. А, вот она, да? Хорошо, это она. Предположим. Пускай это та самая металлическая дверь. Так, вот сюда мы не заходили еще, да? Ладно, там нечего делать. Нормально. Кто-то стрелял. Где не стрелять? Может там? Да, проблемка. О, камешек нашел. Погоди. Фак. Наконец что-то схожее. Надо как-то пойти. Так. Думай, 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 думай. Странно, ведь именно тут должно быть. Но тут ничего нет. Ну что тут скажешь? Буду бегать, буду искать. Откуда не возьмись, взяли еще зомбака. Два. При том, что тут некуда ему браться. Нет, вот эта дверь, кажется... Кажется, я в нее уже заходил, в эту дверь-то. Тогда... Как так получилось? Я должен был помнить с нее пароль. Стоп, кажется, я знаю от нее пароль. Секунду. Точно, 51273. Точно, 51273. Enter. Я же говорил, я знаю его. Как раз оттуда и списал, с этого же. Я же списывал с того ящика, на нем же подсмотрел. С красного. Вот. Я записал телефон. Ну что, спускаемся вниз дальше. Раз мы вспомнили пароль. Еще не вспомнили, где он у нас находится. Пароль-то я так сам бы и... Чтобы ты так вот вспомнить себе пароль. Непросто, на самом деле. Я думаю, сейчас нам лучше вообще ничего не подбирать. Нет, я в плане патронов, там еще какой-нибудь херни. Естественно, квестовый предмет надо поднять. Это, само собой, разумеется. Квестовый предмет придется поднять. Нет, конечно, я буду поднимать жетоны. Ну, ножку тоже можно взять. И вот это я буду брать. Ну, жетон, точнее. Я уже так и сказал. Лимонка не надо, тяжелая. Так. Нужно осмотреть желательно каждый угол. Тогда поиски увенчаются, возможно, успехом за первый круг прогулки по этим великолепно приятным местам. Но у меня редко получается что-то за один круг.
Отлично, надо было смартфон рядом положить сразу с микрофона. Вы, наверное, вздрогнули. Так, тут вроде ничего особо-то и нету. Уже не терпится сделать все, а потом подлечить себя, если честно. Ну ладно, тут человека нет, да? Трупа. Точнее. Так, тоже интереснее. Музыка меня напрягает. Блядь. Давайте семерых сюда добавим этих сложных мобов. Ебем. А что же двоих-то, блядь? А может, и третий откуда-нибудь выпрыгнет. Так, ну ладно, там мы слились. Сейчас мы снова вернемся туда. Только сначала зайдем вот сюда. Во-первых, тут камешки. Расскажешь, как нормальный человек, если честно. Зомби, враг. Бесит, когда не ходят нормальные люди. Поднимайся, Шахтар. Зараз да поможу. Нормально. Сейчас нам хелпанет еще Шахтар. Шахтар! Шахтар хороший! Чубин любой! Зря я подошел. Специально сохранил средства, думал, может не поболтать. К сожалению, вообще не он боится. Шахтар хороший. Чубин любит хорошего шахтаря. Чубин да поможет шахтарю. Давай. Я так и думал. Так. Неждан. Негаден. Ненавижу, когда вот такое дерьмо начинается. Я уже продумаю зайти в документы, переписать, чтобы вес увеличить. Притом не на чуть-чуть, так увеличить себя хорошенько. Да не так, до 400. Не, ну это не совсем читерство, это просто будет упрощение. Укорачивание даже игры, потому что так-то проще не станет, просто мы сгребательств себе меньше сделаем, вот и все. Так, электрическая сука бежит сюда. ВК отбей, сейчас она на тебя. Сдат! Я не помню, сохранился я или нет. Так, ты сохранился, сообразил. Так. Выстрел такая сразу смерть наступает с двух-то вы... Так. Вообще он нам только на руку. Уже не сдох, а столько каких-то количество выстрелов. А шустрая сука-то. Она сюда убежала или куда? Я еще не понял. Главное, чтобы не отхилилась. Сейчас только это волнует, чтобы не отхилилось. Так.
Я думаю, труп ученого где-то здесь. Потому что в оригинальном ТЧ он был тут. Просто он был... У нее, по-моему, другая задача была того трупа. В ТЧ это оригинальном. Но это мне сейчас уже не так важно. Дела нету. Фак, я вот этих вот штук все время боюсь. Не знаю, откуда они берутся. О, нам туда, наверное. Точно. Давайте сохранимся. Охуенная шутка, конечно. Да нет, я не напугался. На самом деле, просто звук не шибко громко выкручен, поэтому я не напугался. Но, как сказать, не скажешь, что полное дерьмо шутка. Здесь юмора порой не хватает тут совсем. И даже дерьмовая шутка может порой быть приятной. Так... Надеюсь, это было специально сделано. Я не просто так патроном тут лазю. Это Человек-паук. Тихо, не падай. Не падай с этой ебучей трубы, пожалуйста. Ай, ну ты издеваешься! Чё-то было. Фух, я уж испугался. Думал, тут кабанчик вернулся. Ладно, сейчас. Стоп, тут чё? А я уж обрадовался. Думал, тут лежит этот артефакт. Кристалл. Перезагрузился трубы. Не хочется заново идти. Не надо. Не падай, не падай. Случайно вместо F6 нажал F7, со мной такое случается. Здесь можно легко упасть, поэтому я еще раз сохранюсь. Вот оно, дерьмо ебаное. Ну что ж, рискнем еще разок. Оп, тихо, теперь осторожненько пойдем. На картах, стоп, сохранимся. Я вот думаю, перепрыгивать на ту трубу. Если она идет сюда, то это ведет туда. Да, я пока вообще не вкуряю. Может, мне не сюда вовсе, а? Пойду-ка я отсюда. Попозже зайду, если совсем туго станет. Ну что ты какой? Так, вот тут мы как раз вышли, да? Тут мы осматривались. Сюда вот не знаю, мы ходили, не ходили. Попить захотелось. Ну попить можно. Вот, наверное, как раз та самая дверь, к которой мы должны найти пароль. Ну, надо, правда, закрывать на самом... Ну и нормально. Сука, завалили. Ладно, продолжу свои поиски. У доктора на закуску. Короче, сейчас он впарил про чаёк с малинкой, еще какой-то хрен. Но боюсь, чувак, чаёк с малинкой тебя сейчас не спасет. Поверь мне, не спасет. Буду искать дальше. Теперь я напился какой-то телепорт. Бестолковый, как я понимаю. Не понимаю, почему не появляется перед нами так рандомно. И в итоге... Опа. Нет, пистолет верни обратно. Пистолет, пистолет, где пистолет? Обычный кольт. А ты не знаешь, что это такое. Я хочу посмотреть на это. Да, в принципе, ничего такого. Так что мы с него подняли? Давайте посмотрим. Ля-ля. Так. Где тут самый... Вот, насадка, на к чему? А, это 2Х. Х2, точнее, наверное, как в этом.
Не понял, где мы. А, вот она. Ну-ка я проверю. Фу ты, блин. То есть вот как она работает, я вам сейчас продемонстрирую. Ну да, 2x. Штука так-то прикольная. А сколько прицел стоит? Штуку. А весит сколько? Нормально. Вот это вот пизда, у нас плохо кончится. Ну, это всё нормально. И вот этого не было, кстати. Вот я сюда уже заходил, и его не было. Он появился именно в тот момент, когда... Сейчас ВК заебет, не чувствую. Сейчас это... Просто браузер Chrome, он в трее же открыт. Даже если браузер не открыт, трей всё равно пиликает. Надо его закрыть. Но прежде я открою дверь. Так, ну что ж, давайте мы найдем ту самую дверь. Я уже забыл, блин, где она. Так, я вроде взял дешифратор. Именно дешифратор, да? Зря я бегу, кстати. О, у меня хрень стала зеленой. А-а-а! Я аптечку заюзал медицинскую. Вот в чем приколюхся. Юзнул аптечку именно медицинскую. Да не кашляй ты. Ну-ка, отъебись. Так, зайдем вот сюда. Так, теперь я не знаю, в какую слоту пихать. Где вообще дешифратор-то он, куда я его делся? Да бог я его, сука, там оставил. Я не пойму, он был маленький, поэтому, по идее, в одном слоте лежит. Но где, сука, где он лежит? Блин, мне кажется, я оставил его в том трупе. Но мне как-то это не очень верится. Что за звуки, мать его? Пойду проверю. Воя все забрал. Вот. Пистолет и 2 магазина. Кстати, штука еще из подствольников, что ли? Да. Так-то да. Да за патроном заебешься, гонец. И 7 пушек с собой поносить я не могу. Значит, я что-то упускаю у себя. Давайте прям вот так вот. Вот так. Прям. Мне кажется, может она, когда я ее взял, она куда-то тут мне нацепилась, то есть... Что за бред? Куда она делась? Ересь какая-то. Все, закрыл в трее Хром. Пиликсиум больше не будет. Но... Принц нам не так долго осталось. Нам осталось только... А, я хотел перезагрузиться, кстати. Сделал прежде схронку 86, только после чего после чего перезагрузился. То есть... я смогу в ту схронку вернуться. Чайку с маленькой. И болотного доктора на закуску. Так, теперь нужно вспомнить, где же я уж эту хрень-то взял. Ага, вот, по-моему, здесь вот. Так, стоп, туда что ли я шел? Куда? Фак, нет, наоборот, наверное, выходил отсюда. Значит, мне надо... Вот сюда мы заходим. Та сука, наверное, еще живая. Вот, дешифратор. Посмотрим, берем. Смотрим, куда он берется. Код для двери 19475. Запомнили? 19475. Ну что, идемте откроем нашу дверцу. Наконец-таки все сделаем. Мы наконец-таки выздоровеем. И все остальное. Давайте попробуем открыть дверь. 19475. Вернуться к полковнику Брауну. Но мы же зайдем, прежде чем вернемся, согласны? Они не будут меня атаковать, нет? Ладно, по идее не должны. Так. Сейчас так легко смотреть. Ну, мы здесь уже были, как я понял. Ну, конечно. Просто заходили немножко не отсюда. А что будет, если я одного завалю? Ясно. Правда, стреляет только один. Остальным похуй. Но он все равно будет пустой, хотя стоит это проверить. Сейчас проверим так вот чисто ради любопытства.
Он пустой. Ладно, перезагрузимся, вдруг он нужен. Тут уже помогать-то нечего вроде бы. В принципе, я не против. Почему все время игра висит, когда ты появляешься? Давай. Охуенный. Шубин любит хорошего шахтаря. Шубин, ты поможешь шахтарю. Чем же, интересно, ты мне поможешь? О, аптечка хорошая. Так, ну остальное... Остальное не нужно особо. Ну, бутылку еще взял. Выпью ее в первом же перегрузе. А тут и нет никого. Вот почему им сразу было написано вернуться к Брауну. Тут нет ни хера и ничего. Так что можем отсюда выходить. Переспокойно. А, еще вот здесь, возможно. Стоп, отсюда мы пришли. А, вот сюда стоит подняться. Да, стоп. А, здесь как раз телепорт будет. Ну и все, идемте. Так, ну что ж, оттуда мы выбрались. Можно съесть таблетки, наконец-таки. Где они у нас? Так, теперь нужно запить вакцину водой, как говорил профессор. Запивая тему другим, так как подъебка с водкой была, и она меня вот дезориентировала. Теперь, мне кажется, и водка нужна, и вода нужна. Все, короче, ебаш. Хотя водкой запивать с медикамента — это пизда, да. Так, 6. Сохранимся. Куда сиделись? Что за звуки вообще? Ну ладно, они были так. Просто внешне, возможно. Подойдем к медику, посмотрим, может он нас предложит вылечить или еще что-нибудь. Это он похуй у нас. Приветствую, полковник. О, фотограф, рад видеть живым и невредимым. Какие успехи? Я исследовал переходы между подземельями, подземными лабораториями, нашел вход в колхоз Черево не дышло. Или раскодировал дверь в X-18. Теперь есть возможность использовать подземные лаборатории для перемещения вглубь зоны. Опасное место эти подземелья, скажу я вам. Подробная информация о разведанных подземельях, переходах находится у меня в ПДА. Вот это действительно хорошая новость. Давай собранную информацию. Будем готовиться к дальнейшим действиям. Пора уже прекратить нелегальное перемещение наемников и прочих банд в центр зоны. Ну и, конечно, ты прав. Установить полный контроль над всеми подземельями будет весьма сложно. И затея это крайне опасно, однако все равно придется это сделать. Да, спасибо за предложенную работу, боец. Награда за мной. Хорошо. Принимайте мои данные о подземельных лабораториях. Получено 20 тысяч. Получен предмет подствольник М204. Получен предмет АРГЭС. Если так, вы дальнейшие действия, полковник. Это мы спросим позже, сначала посмотрим, что нам насували. Главное, что мы еще не перегрузились. РГС, конечно, этот, вернее, этот вот подствольник, ни к чему не подходит. РГС даже не знает, что такое. Так. Хер узнает, что он нам впихнул. Если так посмотреть внимательно весь мой... Опять что-то взрывается перед моим носом. Если так вот внимательно смотреть, то кажется, он вообще ничего мне не дал. А, вот они. Патронов 5. Нужно тоже где-нибудь выложить будет. Так, сохранимся и спросим, чего он от нас хочет. Каковы дальнейшие действия, полковник? Пока мы будем готовить ударную группу для наведения порядка в подземельях, параллельно нужно найти возможность наземного перехода в колхоз Черион Дышло и обратно. Это для нас стратегическая важная задача. Так вроде бы уже пытались искать, но все безрезультатно. Кое-что изменил за последнее время, фотограф. Есть сведения, что каким-то образом в колхоз проникли несколько ученых с местной научной базой. Перешли мы туда по непроверенным сведениям через аномальный лес. Воронин и его команда, да и сам Сахаров, чего-то темнят. На контакты идут крайне неохотно. Что-то непонятное генерал со своими подчиненными наушниками задевает. Попробуй-ка ты разузнать на научной базе о переходах в Черевандышло. Вроде бы ты там... вроде бы тебе там доверяет. Да, я знаю, думаю, что найти безопасный переход в глубь зоны и прекратить незаконное перемещение туда – это в наших общих интересах. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Ясно, пробую говорить с Ворониным.
Так, ну что ж, скрыли. Полковник торопится. Погубит ведь ребят. Это да, кстати говоря. Только мы туда можем выйти невредимыми, только потому что у нас сохранение, блин. Хер вот туча дерьма в инвентаре. А у них там пара аптечек, три магазина, автомат. И нихуя более. Ну и шмотка, которая чисто внешне, судя по всему. Ну так нормально у них шмотка, ладно. Нам бы сейчас транспорт, я не помню, где я бы сейчас оставил машину, поэтому дойду так. Опять этот зритель ёбаный на меня пялится. Надоел уже, если честно. Попал так-то я. Я всегда в них попадаю, но они сливаются. Так, ну ладно. Я бы хотел скрестить два новых камешка, а именно вот этот вот. И вот этот вот. К сожалению, это не для них зона. Ладно, тогда скинем что-нибудь то, что уже скидывали. Правда, я опять забыл, что я тут скидывал. Это, возможно. Нет. Отходим сразу, отходим. Это и это, возможно. Нет. Так, что же мы тут должны были скинуть? Возможно, этот и этот. Ванька паразит, прям зона, снорк. Ну, жаль, Ванька, что сказать. Так, что бы нам еще тут скинуть? Это и... Нет, это мы сейчас... Вот это... Это и вот это. Звуки какие-то были неприятные. Так, с этим камнем вот этот красный, точно. Где он? Вот он. Отлично. Мы опять коричневую кашку сделали, ну да ладно. Нормально. Хотя теперь мы можем... Так, коричневых у нас вот столько, а красных вот столько, да? А, нет, нам нужна одна ржавенькая тогда была бы, если бы я хотел запихать вот сюда. Я уж не помню, с чего мы делали ржавенькую, наверное, из вот этой вот. Да, так и есть, скорее всего. Дадим ему коричневые какашки, одну хотя бы. Как успехи? Так, выкинем все вот сюда. Блин. Ладно, пиво не спасает это. Все время выкидываю не ту самую. Стоп, куда я кинул ее? Ага, вот они две. Так. Опять забыл закрыть браузер. Ну ладно. Подойдем. Я по поводу задания. Ну вот, круто. Теперь у нас их три, да? Ну да. Потихонечку он убавится. Не будем сразу просить помощи у Сахара. Сначала подойдем и побеседуем с Ворониным основным. Посмотрим, что он нам напиздит. Приветствую, генерал. Я к вам. Ну и пять штучек тоже можно получить. Приветствую, генерал, я к вам. Рад тебя видеть, фотограф. Какие новости? Браун поделился информацией, что вроде как есть возможность попасть в червонное дышло через аномальный лес. Говорю, что ученые с вашей базы нашли туда дорогу. А, вон оно что. Ну это совсем... не совсем так. Действительно, в колхозе сейчас находятся коллеги Сахарова. Но они попали в дышло не сейчас. Это была научная экспедиция, организованная несколько месяцев назад. Как раз перед большим выбросом. Честно говоря, никто уже и не надеялся увидеть тех экологов живыми. Но вот сутки назад они вышли на связь. Живые они, черти. Я тут как раз собирал добровольцев для рейда через лес на поиски пропавшей группы ученых. Но ты очень вовремя тут появился, думаю, что лучше тебе эту задачу никто не решит. К
Короче, все подробности у Сахара. Поговори с ним. Да и тут еще есть одно дело не пыльное и очень важное. Что за дело? Дело деликатное. О нем никто не должен узнать. Я тебе доверяю. Ты как раз в лес аномально собираешься. Там вчера где-то в низине пропала Нива, которая везла с большой земли, которая везла с большой земли к нам на базу очень важный груз. Новую военную экипировку. Точнее, пропала не Нива, а ее водитель и сопровождающий сержант. И, видимо, на мутантов нарвались и погибли. Ну, через лес на Ниве хуярить. Там, блин, на бронепоезде это страшно. Ну, бронепоезд, конечно, там рельсы нужны. Но я имею в виду, что на бронированной машине там, блядь, какой-нибудь, не знаю, с шипами тут стрёмно будет. Вот я к чему. Ну, на самом деле, груз доставлялся на вертолете, но на подлетку к полигону он рулся огромная воздушная аномальная воронка, которую невозможно было миновать. Вертушка стала трясти и захватывать воронку, и ее развернуло обратно. Мне еле удалось праться и говорить с пилота аккуратно скинуть груз в лес где-нибудь на ровной поляне, недалеко от дороги, на севере аномального леса. Так, север аномального леса. Так и было сделано. Затем я послал туда машину, чтобы забрать груз. Дальше ты уже слышал, что случилось. А почему груз большой земли через лес стали перевозить? Дело в том, что рядом с лесом есть небольшая деревня, откуда-то нам раньше переправляли продовольствие и снаряжение именно через лес. Но после большого выброса наземный путь стал недоступен. Вот мы и решили кое-как связаться с нашими людьми на большой земле, попробовать по воздуху переправить сюда важную посылку, но у нас ничего не получилось. Короче, нужно найти в лесу Ниву и перегнать ее сюда, на полигон, к воротам нашей базы. А, Ниву перегнать. Конкретное место, если, блядь, по-любому она еще будет пустая, надо будет с собой посраться, прям баллон бензина брать. К воротам нашей базы. Конкретное место сейчас находится машин, нам неизвестно. Но искать надо где-то на севере аномального леса. Так как будешь возвращаться обратно из колхоза, мог бы заодно и Ниву отыскать и пригнать ее сюда. Обратно. Опытных бойцов для такого дела у нас сейчас не осталось. Да и лес никто не знает. Вся надежда на тебя. Возьмешь за такую работу, я в долгу не останусь. Вы умеете уговаривать генерал. Хорошо, я берусь помочь это дело. Сейчас пойду зайду к профессору. Блин, даже особо-то не уговаривали. Даже денег не предложили, по-моему. Ну, в долгу не останусь, фраза говорит о том, что что-то нам дадут. Зачем пришел? Чтоб ты вооружил меня, и вы мне задание даете. Здравствуйте, профессор, я снова к вам. Насчет пропавшей группы учеников. Что со случилось? Рассказывать. Похоже, я нахватался углюб вот этих кристаллов, и теперь вижу, классно, даже когда этих кристаллов нет при мне. Во, вот это вот. Профессор, я уже столько перенес, что ваши уколы меня пугают меньше всего. Колите давайте быстрее. Я вас предупреждал, чтобы вы избегали дороги долгого соседства с этими коварными творениями. Слишком подростный контакт с ними вызвал у вас изменение мозговой деятельности. К счастью, они обратимы. Я сделал мне инъекцию специального аппарата, и все пройдет. Это не очень приятная процедура, но другого выхода нет. Терпите, профессор, я уже столько потерпел. А, ну это он тоже сейчас сказал. Ух ты, ядреный укольчик. Вы хоть лишь предложили. Здесь ложится-то, мать его. Фотограф, мой друг, рад вас снова видеть. С какими новостями? Профессор, мне удалось отыскать необходимые виды кристаллов, найти 4 различных вида аномальных псизон первого порядка. В этом не помогла, конечно, подробнейшая информация, добытая доцентом Лавровым, которого вы скинули на мой ПДА. Поздравляю, мальчик, значит, мы еще на один шаг приблизились к нашей благородной цели. Давайте же скорее сбрасывать на мой ПДА всю добытую вам информацию о преобразованиях в первой группе псизон. Полученные минералы абсолютно оставьте себе, а также получите за работу щедрое вознаграждение. Примите, профессор, данные с рецептами. 25 штук. Так. Ладно, 25 штук неплохо. Какие будут дальнейшие указания, профессор? Дальше все просто. По аналогии с первым заданием следует выполнить второе. Только вот, значит, теперь посложнее. Теперь выявить две аномальные зоны. Две? Для
Это вам придется получить путем уже известного вам алгоритма преобразования нескольких минералов слюта, с помощью которых вы сможете активировать псионы второго порядка и перевести в них синтез абсолютов с полученными минералами талисмана. В остальном все так же, как и в первый раз. Возьмете за работу? Ну, я не привык оставлять недоделанных, значит, работу беру за это. Вот и славно, мой друг. По итогу полной работы вас будет ожидать еще более существенная награда. Ну что, профессор, до встречи. Что ж, неплохо, деньги нормально платят. Здравствуйте, профессор. Я снова к вам насчет пропавшей группы ученых в Червондышло. О, фотограф, очень кстати, мы как раз пытаемся собрать группу для встречи с нашими коллегами. Но пока желающих маловато. Ты, блядь, тут народу-то, блядь, маловато, зона, ё-моё, возьмётся желающий-то. Может, вы нам поможете? Я помогу, тем более мне нужно найти надземный путь в Дышало. Что нужно сделать? Несколько месяцев назад наши коллеги, ну это та же самая информация будет, но все же прочитаю. Несколько месяцев назад наши коллеги договорились с охотниками, что те провели их через лес, в колхоз Червондышло. По нашим сведениям, там образовалась некая пространственная аномалия неизвестной природы. Вот как раз для изучения этой аномалии мы и снарядили в поход небольшую группу опытных ученых. Но случился очень сильный выброс аномальной энергии, после которого на связь никто из этой группы не выходил. Мы уже похоронили их, но вот вчера, совершенно неожиданно, мой коллега вышел на связь, как им удалось выжить, непонятно. Связь была плохая, мало что удалось разобрать. Но основное... Понятно, они живы и здоровы, вплотную приблизились к разгадке тайны странного аномального образования. Нужно срочно поспешить к ним навстречу, по возможности помочь завершить исследование той самой аномалии, а и заодно разведать путь в колхоз. Я готов помочь, какие инструкции? Буду краток, вам следует перебраться в аномальный лес и отыскать там охотников, именно они в себе... в лес, несложно. Вернее, охотников найти несложно, я знаю, где они находятся. Буду краток, у нас следует перебраться в аномальный лес и отыскать там охотников. Именно они в свое время помогли нашим коллегам найти переход в лес. Червондышло. Поговорить с охотниками, убедите их еще раз помочь найти дорогу в колхоз. Будьте на связи, не отключайте ваш ПДА, мы будем отслеживать по нему ваше перемещение. Как окажетесь в колхозе, я сообщу вам о дальнейших действиях. Все понятно, пойду навещу охотников в лесу. Ну что ж, все ясно. Нужно идти к охотникам в лесу и найти Нилу. Особо других заданий нету, потому что остальное будет как бы потихонечку информироваться. Слава богу, мод не больно-то... Не делает так, что это нам один раз в начале игры всю информацию, а потом мы должны по все это делать. Потому что уж половину забыли, половину не сделали. Нет, тут немножко по-другому, тут все как немножко получше. В этом плане. Один раз скажет, а потом еще несколько раз напомнит, так что это здорово. На этом у меня все, ребят. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставить лайки, увидеть в следующих видео. Как раз у нас новое путешествие. Новые открывания.